Карагандинка Лаура Байшуканова пишет портреты известных людей. Девушка открыла в себе художника не так давно. На счету у художницы около 40 работ. Некоторым звездам Лаура уже успела подарить свои картины. А знаменитому земляку Геннадию Головкину хочет вручить его портрет лично в руки. Друзья Лауры, подшучивая, говорят, это удивительно, что проснулся дар. 9 месяцев назад я попала в аварию, получила сотрясение, хорошо ударилась головой. И вот друзья теперь смеются, говорят, ударилась головой, сверхспособности появились. Менеджер СТО Лаура Байшуканова родилась и выросла в Темиртау. Никогда не замечала за собой тягу к рисованию. Все, что нужно девушке для творчества, это обычный лист, простой карандаш и немного времени. Художница говорит, что самое сложное – уловить и передать именно характер личности. Рисовать начала буквально 8 месяцев назад. Случай, то, что мой знакомый рисовал мой портрет, скинул мне, мне тоже понравилось. Всегда вообще нравился именно портретный жанр. Почему? Потому что он один из самых сложных, когда нужно передать не только внешние сходства, но еще какие-то именно характерные качества человека, какие-то эмоциональность, его характер передать. И тоже решила попробовать. Купила карандаши, бумагу, открыла видеоуроки в интернете и вот так вот начала рисовать. Художницу вдохновляют известные личности, их творчество и поступки. Сейчас девушка чаще пишет танцоров. Нравится передавать динамику движений. Над портретом главного боксера страны работала 5 дней. Каждый день по 3-4 часа. Результатом довольна. Неоднократно картину хотели купить, но продавать Лаура отказалась. А вот если бы вручить лично Геннадию, то я бы была на 7-м небе от счастья, призналась она. Сам Геннадий Головкин, ну вообще я давно его хотела нарисовать, он мне всегда очень нравился. Просто вот набивала руку, ждала такого удобного момента. Потом, когда вот увидела это фото, вот решила нарисовать. И именно почему такой серьезный портрет? Все привыкли его видеть, да, то, что он улыбчивый, всегда позитивный. Но в первую очередь он, наверное, спортсмен. Спортсмен, который достойно представляет нашу страну, непобедимый еще никем. И вот я хотела представить именно таким мужественным и серьезным человеком. Девушка рисует на заказ, вырученные деньги отдает на благотворительность. Существует сообщество художников Art Help KZ. В нем состоят 52 человека из 13 городов Казахстана. Рисуя картины, художники сообщества продают их, а вырученные деньги идут на помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Лаура Байшуканова уверяет, что есть еще чему учиться и ко многому нужно стремиться. Асер Сазанбаева, Рустам Беков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский.